Правительство Российской Федерации установило, что на уровне субъектов должен быть сформирован реестр квалифицированных подрядных организаций, которые смогут участвовать в проведении капитального ремонта. Одобренные депутатами областной думы корректировки наделяют региональное правительство полномочиями по определению органа исполнительной власти, ответственного за ведение этого реестра. Предположительно, что этим органом в Рязанской области будет являться Министерство строительства. То, что будет вестись этот теперь реестр, это говорит о том, что к тендерам будут допускаться только квалифицированные, зарекомендовавшие себя организации, в большинстве своем, конечно же, рязанские, которые имеют хорошую репутацию. Свою эффективность в регионе доказал общественный контроль за проведением капремонта. Сегодня работают группы в составе депутатов разных уровней, общественников и инициативных жителей. Фонд содействия реформированию ЖКХ, значит, совсем недавно перечислил нам деньги по расселению из аварийного жилья. Достаточно хорошие деньги, 57 миллионов рублей. Значит, и 1 300 000 добавила еще Рязанская область из своего бюджета на 9 муниципальных организаций, в том числе на 9 муниципальных образований, в том числе город Рязань, Касимов. Уже в ноябре в эту новостройку на улице Бирюзовой смогут переехать более 150 рязанских семей. Двухподъездный 19-этажный жилой дом возводят в рамках программы по переселению граждан из аварийного фонда. Всего в ходе ее реализации в регионе с 2013 года построено 187 многоквартирных домов, а расселено более 4000 граждан. Мы сейчас успешно, город Рязанская область успешно реализует вот эту программу. Мы сейчас на третьем этапе находимся, и в этом году будет еще переселено 960, вот думайте, столько, 960 человек из 416, что ли, аварийных домов в новое современное жилье. Также перераспределены средства по госпрограмме «Дорожное хозяйство и транспорт». А сэкономленные более 3,5 миллиона рублей направлены на увеличение финансирования госпрограммы «Социально-экономическое развитие населенных пунктов», которые пойдут на строительство транспортной инфраструктуры в поселках малоэтажного строительства.